В соответствии с поручениями президента и правительства Российской Федерации, направленными на повышение трудовой мобильности граждан России, создана новая версия портала «Работа в России». Портал обеспечивает доступ к общероссийской базе вакансий во всех регионах страны. База вакансий формируется центрами занятости населения, работодателями, а также из других источников. Портал содержит вакансии всех работодателей в стране, подходящих для граждан любого возраста, а также социально незащищенным категориям населения. Портал позволяет соискателю в удобной форме осуществлять поиск вакансий, учитывая социально-экономические показатели субъектов Российской Федерации, в том числе на интерактивной карте. В паспорте региона представлена информация, которая позволит соискателю выбрать наиболее привлекательное для себя место работы, в том числе сведения об инвестиционных проектах и региональных программах в сфере занятости населения. На портале реализована простая и удобная поисковая система, позволяющая осуществлять поиск вакансий по большому количеству показателей – по региону, заработной плате, подходящие социально незащищенным группам граждан и другим критериям. С помощью специального сервиса на портале пользователь может проложить маршрут от дома до будущего места работы, оценить его транспортную доступность. В карточке вакансии содержится детальная информация, в том числе о предоставляемом жилье, возможностях обучения и карьерного роста. Отдельно на портале выделены вакансии, участвующие в программе трудовой мобильности населения. Они отмечены соответствующей иконкой. Поиск таких вакансий осуществляется также с помощью фильтра слева. С общей информацией о программе пользователь может ознакомиться на специальной странице портала. Для того, чтобы создать резюме, откликнуться на вакансии, получить приглашение от работодателей, соискателю необходимо зарегистрироваться на портале либо воспользоваться своим паролем для портала государственных услуг. В личном кабинете соискатель может создавать сразу несколько резюме и редактировать их. После прохождения модерации резюме становится видным работодателем. А благодаря специальным настройкам портала гражданин всегда может посмотреть, кто из работодателей интересовался его резюме и пригласил его на собеседование. В 2016 году на портале создан специализированный раздел, посвященный трудоустройству инвалидов. Теперь на портале можно найти информацию о мерах государственной поддержки, которые может получить инвалид. Вакансии, на которые могут быть трудоустроены инвалиды, в том числе в счет квоты, теперь можно выделить с помощью специального фильтра. При этом по каждому работодателю отображается информация о том, сколько у него всего квотированных рабочих мест для инвалидов и какие еще вакансии у него имеются. Портал «Работа в России для работодателя» — это удобный ресурс для поиска сотрудников и управления вакансиями. Работодатели получают возможность бесплатно находить квалифицированных сотрудников. Удобная гибкая система поиска поможет выбрать нужные категории и осуществить подбор по ним, а затем, авторизовавшись, пригласить кандидата на собеседование. Удобный конструктор помогает быстро и легко создавать и редактировать вакансии, следить за их статусом и видимостью для соискателя. В личном кабинете работодатель может отслеживать отклики на вакансии, приглашать соискателей на собеседование, а также проводить его в режиме онлайн. Оператором портала «Работа в России» заключены соглашения о сотрудничестве с крупнейшими работодателями, а также другими ресурсами по поиску и подбору работы. В результате все граждане получают доступ к надежному государственному ресурсу, при помощи которого смогут найти работу в наиболее привлекательном для себя регионе Российской Федерации. Работодатели – возможность бесплатного и удобного поиска и подбора сотрудников. Государство – мощный инструмент реализации государственной политики в сфере занятости населения и трудовой мобильности.